Хорошая будет морячка, это сплошная. Вот эта сплошная у меня получилась по киевской голубке. Что мне про это говорила мысли подарила. Вроде бы Виктор Николаевич. По его голубочке будет голубя. Ну, а моя морячка. Да, ветер хороший сегодня. Теплый такой южный ветер. Первый раз подбросил морячку. И сплошная первый раз. Надо потряжку давать. Эти голуби первый раз. Но морячка молодец. Надо давать потряжку. Ветер южный. Южак. Молодцы. Со двора кинул их. Ветер сильный, южный. Надо потряжечку давать. Хорошая будет морячка, это сплошная. Вот эта сплошная у меня получилась по киевской голубке. Что мне про это говорила мысли подарила. Вроде бы Виктор Николаевич. По его голубочке будет голубя. Ну, а моя морячка. Да, ветер хороший сегодня. Теплый такой южный ветер. Так, ну, наконец-то, как Игорь Мысник говорит, пошли ветерки, и голуби сами, самоподрыв пошел. Сейчас мы попробуем настроить камеру на даль. Так, о, пропустил. Так, камера настроена на даль. Самоподрыв, смотрите, сразу сами. Пошли. Южак. Сегодня на Гарбора будет задувать голубей. Порывы по интернету посмотрел. До 7 метров. Порывчатый ветер будет. До 7 метров будет, понял? Но я отсадил. И с компьютером уже. Ну, конечно. Да люди каждый день смотрят. Они просыпаются и сразу подходят к компьютеру и включают. Понял? Твоя супруга не смотрит? Не смотрела вчера тебя? Она нет. А лезь люди, только проснулся, понял? И сразу к компьютеру. Спать ложится, тоже посмотрит. Понял? Хай до голубят не выходят, с голубями лучше бывает, чем хорошо. Компьютер. Слушай, ну я отсадил, можно сейчас кидать. А можешь, как хочешь. Да куда сейчас? Да? Ну хорошо, ладно, да. Я просто, ну где-то на обед надо, потому что говорят, типа может дождь пойти, понял? После обеда может дождь пойти, ну ты знаешь, понравилось мне сегодня, сплошная и рябая, понял? Пошли так, блядь, как будто их всю жизнь гоняли. Да, ну я же как начал, она вроде я тебе говорю, помнишь, что она да, быть, да, такая, да, с перспективой. Да, а сегодня это самое. Болезнь, да, 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 болезнь, конечно, болезнь. Ну, отошла. Переболела. А ну, пугни, что там с крыши. Сегодня будут такие самоподрывчики. Че все уже залетели, я не понял. Я вроде бы не загонял. Я видел много долетов. Да. Ну, значит, это у них уже это. Значит, типа, все, это у них уже. Как это раньше, помнишь, выгоняешь, уже не надо за палку браться. Да, сегодня они будут целый день срываться. Южак. Это такой, да. Да, да, но он такой, да, опасненький ветерок. Но он им не даст сегодня. Не, он же жмет их. Да, он не даст. Вон, видишь, пара так и. Так и есть. Значит, в общем, а кто же, давай посмотрим, кто это может быть. Наверное, полосатый 2x2 по Херсонцу. Ну вот тоже этот ветер, они много не готовых, знаешь, концевые. Ну как раз, да, это... Да. В общем, там могут... Как раз как ты смеешься, вот так же. Да. Что не то, что сам уж кинул, знаешь. Да. Вчера посмотрели, так, нет. Это нет, это что-то там такое, не 2x2. А ну-ка, Виха, посмотри, что это может быть. Не киевская или голубка это, не? Видишь, там больше. А, это на барнячки пошли. Вот эти, на барнячки, что летали, знаешь? Горелая и черная. Понял? Двое, вот что значит выгнатые голуби до линьки. На барнячечки, понял?
такие горелые чего. Ну я понял, какие, но я не вижу, что они, типа, что это они? Что ты говоришь, что они? Я думаю, что, ну, возможно, это они много этого. Все начинается. И та догнала ту, видишь, он? Они же двое тут были, а сейчас они. Люди вчера посмотрели фильм, вот уж, говорят, а что вы смеетесь, голуби в море утонули, а вы смеетесь. Я говорю, то ну не факт, что они в море утонули, правильно? Они ж могли на корабле сесть. А, да? Не, ну как, за тех, что за моих, да. Ну я ж ничего не, это что мне говорили? Да. Мои голуби, говорят, попадали в море. Ну они ж не видели, это они так думают. Ну, это ж там на краю кто-то видел, там же тоже все не так. Да, да. Там же тоже точно так, как у нас примерно. Не, ну просто понимаешь, они говорят, что вы смеетесь, жалко же голубей, погибли. А вы, ну, смеетесь. Ты скажи, потом через неделю у меня было, вот сколько у меня залетело, было чуть больше. Понятно. Ну тоже ж такие, то старых дают, знаешь, то блин, ну, люди ж как, ну, да, как солдату дают, знаешь. Mm. Я старался, аж мало делаешь. Понятно. А куда их старых, как я тебе рассказывал, что... Три перины с половиной оставил. Не улетает. Спецом оставил, конечно. Умный. И она у него опять на Баладжаре, я ж ее видел. Вот голуби без подготовки. Ну это голуби, я думаю, что просто гнаные. Гнались они в свое время. Потом была линька. И сейчас вот после линьки они сами. И хвостиком даже. Да, 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 да. Как будто все время гонялись по ветерку, поднялись и пошли. Одна наборнячка, а второй. Одна вот наборнячка. Это наборнячка, что слева? Да, да. А, ну, вот значит, это наборнячка. Да, похоже, что это наборнячка. Да, да, да. Одна наборнячка, я думал, а второй. Такая, как 5 на 3. Ну там есть, да, она так это, но там еще через одну, понял? Да, понял, понял. Да. Похоже на наборнячку. Есть, да, есть там раз. У меня две, ну, в общем, одна больше наборная, другая меньше наборная. А вот это второй. А второй как что-то как 2 на 2, мух 2 на 2, знаешь, полосатый, по Херсонцу. А то черная, наверное, села вот эта, что тоже была сейчас на отрыве, 2 на 1. Я думаю, что села. Ну, это она села туда. Ага. Я ее подкидывал сегодня. Ага. Может, села. Да, 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 горелая такая, тоже с дачи привез. В общем, молодцы, сегодня будут они. Сегодня будут летать. Ну эти хай, а те все равно хай перетравливаются трошки. Ну да, 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 да. Ну только дома, да? Ну пока да, там как жена позвонит, посмотрим как, чего. Пока дома. Что я тебе хотел сказать, обожди. Они еще и время могут дать. Вот уже 15 минут мы тут с Вихой. Как она хвостиком перетрушивает, это наборнячка. Еще ж не готовы, они вряд ли она выйдет, а второй кто? Наверное, 2 на 2. Да, 2 на 2. Слышь, точно я посмотрел, наборнячка и 2 на 2. Виха! Вот сейчас они раскрываются, она там хвостиком перетрухивает, как ты говоришь, знаешь. Как только ветер, это она хвостиком. Раз-раз, раз-раз. Черная подвеска? Не, наборнячка. Наборнячка. А 2 на 2 черная? Не, 2 на 2 полосатый. Они садятся, ну полчасика они отметились. То что только летал, я так не успел поймать. Наверное, черный все-таки. Черный 3 на 2. Да. Двое черных сорвалось. Наборнячка. И черный 3 на 2. Пара черных была все-таки, кроме красоты. Еще тройка на самоподрыв. Начинают голуби. Только погоды. И все, он, смотри, как пара хорошо поперла. Парочка, кто это? Ах, красавцы. Не готовы еще. Вы ж заломаете себе перья, е-мое. Молодцы. Задувает пара. Еще ж не готовые голуби. Ну, что значит погода? Погода будет. Ничего не надо делать. Только открывай. И они сами пойдут. Не гонять ничего не надо. Вот чем хороши там, где люди живут на морях.
на горах, на высотах. Там только открываются. Вот у нас вот сегодня погода еще. Только крылья расставил, они уже вверху. Все. Начинают птица вылинивать. Сами становятся на крылышко. По ветку. Ну, еще некоторым рано. Это, конечно, ветер этот пагубный тем, что сейчас концевые идут у голубей. И эти концевые по ветру могут заломаться, выпасть. Голубы это, конечно, не нужно. Похоже, это такая у меня горелая голубка этого года. На нее похоже. Котяк! Уля-уля-уля. Не захотела. Уля-уля. Уля. Полез на чердак наводить порядок. Скоро там на чердаке буду птицу. Слышу, ляп-ляп-ляп-ляп. Слажу с чердака, голуби стоят. Ай да молодцы. Все, пошли погода, пошли перелинят. Это уже другая наборнячка. Вторая. То одна летала, сейчас вторая. А это кто? А, оба. Они сейчас обе горят. Две наборнячки пошли вверх, вот они две. А это кто? Это кто? Это кто? Это Андрюхин старый рябый. Вот молодцы. Пошла погода. Да. Нашим голубям нужна только погода. Жибарек пролетел. Я думаю, кто там так испугался. Да, вот что значит 2 года работы с хищником Воробьянского клуба голубеводов. И это, наверное, наглая морда. Ай да погода, а? Ай да погода, а? Восток, восток. Восток, восток. Южак, южак. Чистый южак подул. И они тут только с крыши, только крылышки поднимают. Ну вот так, подрыв. Подрыв, пришли, сели, подрыв, пришли, сели. Когда голуби гнаны, им никакой ветер не страшен. Они уже знают, что такое небо. Но сейчас только плохо одно, если маховые у них не долиняли, вот это, конечно, плохо. Ну, вроде бы, смотрите, вроде бы крыло просматривается как
уже полима-то. Молодцы, молодцы. Сегодня они по целый день так они будут разминать крылышки. Самостоятельно. Как Игорь говорит, наконец-то ветерки пошли. Старый Андрей рядом. Ну, на дырнячке. Погода их ведь что жмет, то отпускает. Как отпустит, они раскроются. Вверх придают, они слаживаются. Как мы с ним говорим, мама Николая. Мама Николая. Уля, 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 уля. Давай ты, мама Николая. Опять голуби в полете. Ну так не высоко. Парочка. Малохвост. Всем вам понравилось мне выражение мысли-то. Мама Николая. Видишь, как поменялось, да? Да. Вчера был запад, ну, юго-запад. Да, да, да. Наверное, юго-запад. А сегодня... Больше аж западный. Да. Беленькие. Показались так же без вас. Надо и вам показаться. Ага, беленького сейчас еще понесет. Ветер порывистый. Я думаю, мне правда 8. О, беленькая уже далеко. Беленькая уже далеко. Ты опять далеко. О, между нами на гарбора кинет. Видите, какая погода. Чуть-чуть раскрылась и уже там, уже за домом. Кто это у нас такой острокрыленький? Не знаю пока. Белохвост. Уля-уля, а вот и белая подошла. Молодец.
сильно их. Вот она и делает, она шла. Наверное, с пестринкой голубка. Это прошлогодняя, наверное. Не вижу. Ветра пошли, и голуби как в море купаются в небе. Чуть-чуть и сразу на подрыв в небе. Вот так я кто-то заговорился, смотрю, еще одно. Только пошли ветерки, и они, хоть и не готовые голуби, а видите, как режут. Вот что должен уметь высоколетный голубь. По погоде стоять красиво, а в ветер ложиться стрижом, ласточкой, соколом. И вот так прийти. Помню, у меня ласточка была, сейчас она у этого, у часовщика. Кто это? По одной. Кременная. Вега! Это кременная. О, Андрюхе надо звонить. Это из-под Андрюхиного голуба. А, не, не, это не кременная. Кременная у меня отсажена. Епта твоя мать. Я обрадовался, что кременная летает. Нет, это не кременная. Кременная у нас отсажена. А это... Вот видите, чуть-чуть ему... Кто ж это по одной у нас такое? Видите, чуть-чуть погодка, хоп, он, ветер стих, он раз раскрылся. Уже и неплохой. А каким был ласточка? Кто это? Это не знаю пока. Не увидел, так и не увидел. Кто-то по одной был. Не побачил. Видите, я подкинул голубу. Праздник на подпитает, видите? Угу. Сколько штук? 8. 10. Ну, тройка вот пониже. Угу. Двойка пониже. Вот это. Плёки, видишь? Плёки не стоит, да? Ага, один плёки. Один тракторист. Танкист. Объезжает позиции. Угу. И всех ниже еще добавок. Да. Вижу я, Паша, тракторист, что творит. Да, я же тебе говорю, смотри. Я не видел еще. Сейчас я думаю, что он не остановит. Не знаю, чтоб он. Это ему надо с такими кидать, что волками. Что, понимаешь? Ну да. И тогда еще смотреть. Посмотрим. А кто всех выше? Не видишь? Да неизвестно. А он еще мог... 3 на 2, вот то, чуть сколько, 5 на 3, вот то. Видишь, такая есть, да, 5 на 3. Она другая совсем. Ну и такое что-то, или Мелитополь, может, или что-то, крылья как мечи. Ага, погодка ничего. Ну а что ж ты тянул? Да я только, я хотел, чтобы немножко подсохло. А что, тут эти ж ночь не останутся. Чтоб небо подсохло. Ну, хоть немножко, чтобы воздух стал. Дождик только прекратил. Ну, пара, смотри, как хорошо.
Ага. Форочка, неплохо. Сейчас посмотрим, кто там. Да, 5 на 3. Да, 5 на 3 в заднее. Ага. А второй. 4 на 4, вот тот, что, наверное, это. Вот то, что у него нос. 4 на 4, да. Да. 4 на 4 и 5 на 3. Я думал, он что-то подрубил, ну, с другим крылом, ну, как бы. Ну, я так думаю. Сейчас, ну, сейчас мы его проверим еще. Ну, ну так, бинокль мне показал. Ну, да, пара рябых вот здесь вот, да? Да. Не-не, там, ну, в общем, два таких много набранных, понял? Ну, много-много по бокам. А вот видишь, две селедочки, что я тебе говорил, тоже, видишь, она? Ага, такая? Да, да, вот, да. Вот это ее, типа, первая, ну, ну, скажем, понял, так. Ну, одна из... Вы, она бы, тогда она еще выше была, видишь, такая пух, ну, пух, да. Из пух у нее как бы еще, ну, не такая, да, она, да, что, да, 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 скажем, да, она новая тут. Да. И вот эти высоты, что она прошла тогда, как бы, ага, вообще не ухо не рыла, а сейчас вот. Ну, посмотри, Паша вроде бы. Надо ей сесть, конечно. Да, хотя сейчас уже на вечер сядут они, молодцы. Какой-то заленятый, заленятый там. А, это рябый. Заленятый, заленятый уже. С парочем. Да, 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 да. Не, наверное. А, это тут. А вот 2 на 4 здесь вот. Мелитополь. Вот это, вот тут он. Вот он, вот. Вот, 2 на 4, вот. Вот 2 это. На 4? Да. А я же думал, это 2 середки. Да? Я же тебе показывал. Не, ну две в середке. Да, то было две в середке. Ну так и сейчас это две в середке. А, это все, да, это две в середке. Да, 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 это две в середке, да. А где ж этот 2 на 4? Сейчас. Ну, значит, я. Выше, выше он, выше них. 2 на 4. Да. Выше них 2 на 4. Выше них 2 на 4, да. Он выше их. Вот он. Вот, вот он на полосе. Острокрылые, да, такие? Да, да, да. Вот он был в паре. Вот он был в паре? А все, значит, здесь, значит, не 4 на 4 было. Ага. Значит, вот тут 2 на 4 было, понял? Вот это. Да, 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 да. Ну, крылья совсем, да. Да, он что? Такой. Крылья как, да. Даже не как мечи. Что-то. Да. А вот это что ляпает, наверное. А это как раз и есть. Наверное. О, сейчас я его чуть увидел, да, что цена, наверное, да, 2 на 4. Да. Ну там, конечно. А кто ж там, наверное? Ну и. Мелитополь чи нет? Да, Мелитополь там подмешан. Да. А, ну так. Да, на, моя голубка и тут голубка. Ну он хоть сегодня вырвался так чуть-чуть. Или то на бар. Не, 2 на 4, да, 2 на 4. Там же еще и на барну есть такой, знаешь? В середке видел, как ляп-ляп, аж все, она уже, ну вот, дома это ее. Уже она взяла круг, да? А, это она первый раз, так что, ля. Угу. Это такое аж бзит, знаешь, видно, что. А Паша тракторист стоит, вот смотри, вот он остановился. Не-не, смотри, смотри, у него, да, манера такая. Будем смотреть. В общем, надо за ним наблюдать. То, что как он тут вытворял. Андрюха, выйди, посмотри, как голубь летает. Вот эта голубка, видишь? Ага. Она еще, ну, в общем, я понял, вот это ее катание сейчас. Идем! Там иди, не говорите, я ж. Не, иди, говорю, посмотри, как голуби летают хоть. Как вы скажете? Вот видишь, куда она? Она не, да, дома, как, ну, я как понял, бы, типа. Я понял. Она еще не такая, что. Я понял. Она под тряшечкой. О! Тракторист уже верхних вроде бы. Не, не верхних. Не, вот да, да, да. В нижней, ну, типа. Я понял, да, да, в паре. А вон она, видишь, она, оп. Аж уже, ага, как бы, ну, хоть сдаёт, сдаёт. Ну, да. Это сырая молодёжь у нас, сырая молодёжь. Да возьми в голубятню что-нибудь. Что-что? Что там в голубятне? Да, она, я за то, чтоб. Ну, да. Чтоб она ещё, вот это для, ну, её, как бы, ещё. Ну, да, она ж не села раз она дома, раз, да? Да, пошла. Возьми зерно по амонии. Пара хорошо стоит.
Вот они, вот парочка. Паре стоит. Мелитополь. Вот это вот. 2 на 4. Ну какой. И моя 4 на 5. 4 на 5. 4 на 5, молодец, да? Ну и Мелитополь зацепился, ты видишь? Первый раз он так с ней зацепился. Молодцы. Сырые, ну пошли. Одна молодец. На девятиэтажке сидят, да? Вот наши, наши? Да, точно села вот сейчас на краю. Вот пара. С-под мелитопольского голуба. Видишь, как бы она как плохо сбивает? Да. Не умеет еще. Да, да. Вот тут там мелитополь и полосатая голубка. Много она, 5 на 4, понял? Кто? Ага. Все. О, хорошая потряска. Ну, в общем, ты понял, да, что? Да, она еще, да. Тебе главное ее сейчас не загнать, скажем. Вот. Ну, второй да. Раз села она как бы. Да. И тоже так, видишь, садится, что, ну. Да у нее, вспомнишь, сестра какая была сплошная, тоже такая долгая, она туда-сюда. Да, так. Вот у нее нет. Да. Да, вот есть голуби, что. Да, что сразу беру, как вот это вот, 2 на 5, 2, вот это вот, 3 на 5, ты видишь, какая, ну, она? Ну, совсем, да, да, совсем. И хорошо, что мы ее сразу не загнали, да, что она так. Хорошо, да. Да, она эта бы. Голубка уже, даже еще вот это она как бы не готова, чтобы с ней так вот. Ага. Остался по мелитопольским один голубенок и одна моя. Парочка осталась. Все дома. Ага. Так, сегодня мелитополь у нас останется садится. Это дачная пара. Две голубки. 2 на 4, 2 на 5. Вот это. Спасибо. Чуть выше они постояли, чуть дольше.